Друзья, добрый в моем случае вечер. Вот вы говорите, что нельзя довести вот стиральную машинку до такого состояния. А вот, можно довести. Это один из мастеров везет домой стиральную машинку с диагнозом шумит при отжиме. Знаете, немножко шумит, конечно. Тут понятное дело, я думаю, что есть тут небольшой дефект. Но вот до такого состояния, вон оно все мокрое, вон, смотрите, вот. Вот вы не верили, да? У меня просто есть видео про колгоны, про лимонную кислоту и там про что-то еще. И они говорят, что люди говорят, что я специально это насыпал. Да нет, вон, все мокрое. Вот в таком состоянии машинка попадает с диагнозом, гудит при отжиме и плохо работает, не отжимает белье. Бывает и такое. А что это у нас Samsung, да ведь? Вот это крестовина Samsung, которая не дружит, видно, с местной водой, с какими-то химией, может быть, дешевыми порошками, с чем-то еще. Но, тем не менее, вот такое вот бывает. И подобные вещи потом просто делаются крестовина на заказ, либо покупается. Сколько, кстати, крестовина стоит? Гривен 700? 700 до 1000. От 700 до 1000. Это где-то у нас получается, грубо говоря, от 25 долларов крестовина. И все. На заказ 30 долларов. В принципе, можно и все. Поставили, поменяли и... Ладно, все. Такое короткое видео получилось о том, в каком состоянии иногда приходит... Приходится разбирать стиральные машинки. Друзья, всем пока, счастливо.